Здравствуй, Андрюся. Те немногие, кто не молчит и не боится рассказать правду. Пора власть менять. Ну сколько можно? Мы привыкли, что вперед ногами только выносят наших правителей. Надо просто, чтобы была нормальная демократическая смена власти. Мы будем голосовать против Путина. Можете объяснить, почему? Потому что так много сторонников, так много людей, которые... Да бросьте вы, кто сторонники? Ну вот мы сейчас ходим сегодня целый день по Санкт-Петербургу. И все, да? Все, практически все. Ну, боятся, только... люди боятся. Боятся, правду сказать. А я прожила жизнь, я не боюсь ничего. Ну, да, как он ведется, что творится сейчас вот с войной. Просто плакать хочется. Администрация Архангельска потратила 763 тысячи рублей на снеговиков. Да, вот на таких снеговиков потратили 763 тысячи. Ну не детям же больным помогать, правильно? Не пенсионерам, не малоимущим, не старикам. Дети и пенсионеры в путинской России не подождут. Вот снеговики ждать не могут. Москва, проспект Мира. Устал и своего шнур, бедняга. Отдыхает, да. Путин сказал, будущая элита России. В Якутии детский садик растрескался прямо на камеру. Ой. Суларгында был. Жестко ты же, там маланч. Не, ну дальше, скорее всего, трещина не пойдет. Почему? А потому что барон Джейкоб Ротшильд в возрасте 87 лет умер сегодня. Аэрофлот вместо 4 самолетов МС-21 получил пластиковый макет. В путинской России авиастроение держится на 3 китах. Это воровство, обещания и макеты. На Камчатке доверенное лицо объясняет матом, что такое культурный код. Прежде чем начать выступать, хочу попенять несколько составителям тематики. Какие-то заумные формулировки. У нас ведь не научный симпозиум, а обсуждение, так сказать, насущных проблем. Вот культурный код. Какой культурный код, если 80% населения понятия не имеют о этом определении? Как это понятия не имеют? Вот, пожалуйста, Институт российской культуры. Томский педагогический университет. Уголовник Дмитрий Денисюк, который зарезал ножом собутыльника в пьянке, рассказывает студентам, как правильно надо любить родину. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Гордон Шоп, мы уже закупили для фронта около 100 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин «Гордон Шоп» – это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты «Птичье молоко» «Гордон в шоколаде», и носки, и зефир «Гордон», и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики «Береги кадык», и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Челябинск. Нанотелепортация через прорыв.
сделал толчок, оттолкнулся и совершил рывок через прорыв. Ни больше, ни меньше. Не имеющий аналогов в мире, слив стоячей воды прямо в канализационный люк. Вода не спускалась никогда. Решили вот так бороться. А у вас наледи убирали? У нас хоть пытались наледи убрать, вот эти, выровнять парковочные места. Долго ему придется. Патриотический Благовещенск. Тот самый, через который в Китай вывозят древесину, нефть, газ и все остальное. Я знаю, асфальтовая улица. Бедность. Здание треснуло. Здесь бараки. Там тоже стабильные бараки. Окон нету. Окна в доме – это не главное. В доме главное – это буква Z. Окон нету. Дорог нету. Еще бараки. Он руины бараков. Это бомбежка. Еще руины бараков. И бараки. Вот. Тоже стабильность попала в этот Домрово. Да, мало стабильности, мало. Надо и дальше за стабильность голосовать. Слюны в рот наберите. Холодильник голодающего американца. Америка. Загнивает Америка. Мороженое. Ой, а тут... А у нас, оказывается, мороженое тут есть. Было. И я еще купила. Слишком много мороженого, да? Мучаетесь. Приехать помочь. Так. Молоко. Все аккуратно расставить. Томас, ты мне помогаешь? Соки. Ты. Так, сейчас селедочка с пюрешкой. С авокадо. Так, у меня еще тут морковные котлеты есть. Так вот, я свинину купила. Сделаю сейчас сегодня котлеты. Отбивнушки. Салат есть. Это из Трэдди Джо. Рыба из Трэдди Джо. Масло есть. Все есть. Обалдеть. Такой холодильник и без охраны. Вам разве не страшно?